В Екатеринбурге в губернаторской резиденции случилось довольно-таки редкое для наших широт событие. В одно время в одном зале собрались, прикиньте, 13 героев России. Трое местных, постоянно живущих в Стольном-Бурге, Сергей Воронин, Олег Косков и Игорь Радобольский, и 10 героев из других регионов. Все они участники федерального проекта «Вахта героев Отечества», который проводится на родине с 2012 года. Нынешняя «Вахта героев» уже 18-я по счету. Смысл героической акции сколь прост, столь и важен. Герои России встречаются с молодежью, то есть со школьниками и студентами, и вправляют им мозги, если те, конечно, не на месте. Как правильно любить родину, что такое настоящий патриотизм и все такое. Десант героев высадился в наших горах 11 марта. И за неделю участники 18-й героической вахты проведут более 40 встреч с подрастающим поколением в разных городах и весях Свердловской области. А в губернаторской резиденции 13 героев России встретились со свердловским вице-губернатором Олегом Чемизовым, который от имени областных властей поблагодарил героев за патриотическое воспитание молодежи, которое сейчас на геополитическом сломе эпох необходимо как никогда ранее. Патриотизм по книжкам, он как-то, мне кажется, не воспитывается. Он воспитывается на конкретных примерах, конкретными действиями, с участием конкретных людей. И акция «Вахта героев», конечно, на мой взгляд, уникальная, когда такие уважаемые люди, которые заслуженно там получили свои награды, рассказывают о том, больше не рассказывают, даже, а показывают, как надо относиться к родине, к своим обязанностям. На встрече с вице-губернатором наш екатеринбургский герой России Сергей Воронин, сидевший в зале одесную Олега Чемизова, выступил с инициативой провести 17 марта с 11 утра до часу пополудни автопробег под названием «Герои голосуют», маршрут которого пройдет через избирательные участки, на которых голосуют герои России. Ну, естественно, только наши, екатеринбургские, по месту прописки. И герои покажут своим примером, что нужно обязательно прийти с 15 по 17 марта и проголосовать. Напомню, что на днях и губернатор Евгений Куйвышев призвал вверенное население сплотиться и максимально массово сходить на выборы. Герои Свердловской области поочередно посетят избирательные участки, которым приписаны, и произведут свой священный долг, проголосуют за президента нашей страны. 15, 16, 17 числа произойдет такая, на мой взгляд, максимальная консолидация общества, демонстрация нашего духа, нашей силы перед всеми теми, кто в нас не верит и пытается четко нам указывать, куда нам развиваться. Когда народ проголосует, сделает свой выбор, мы совершенно точно уверены в том, какой выбор будет сделан. Мы уже единственно думаем, 100% народа пойдет на эти выборы или чуть меньше. Хочется, конечно, максимум. Спасибо вам за то, что вы у нас в гостях. Вы не только патриотические моменты решаете, решаете моменты политические. Это важно.